10. А вот эти, Василий. Ну это надо там у них посмотреть. Как они там. 0,7. А, ну это здесь комбинированный. Это заменитель молочного жира, уже здесь растительного масла, уже? Да, уже здесь. Уже. Здесь-то указано, это... а здесь они что пишут? Какая это полка? Продукт сладко-сливочный с маслом. То это, есть здесь... То есть, да, изначально как бы уже информацию, да, то есть это... Здесь информация есть и в магазине есть, да? Есть, да. Так, бульон. Это из той же, наверное, из оперы. Из той же. Это же продукция. Вот это вот посмотрим. Это посмотрим, это чье это вот, нужно, чтобы крупным было планом ГОСТа, где вы видите здесь масло крестьянской сливки, продукт без заменителя молочного жира. Вот, то вот есть изначально, это ГОСТовское, мы так вот сейчас его попробуем взять, проверить, соответствует оно ГОСТу или не соответствует. Крестьянская ГОСТ. Все отлично. Сейчас, вот это мы берем. Так, вот это мы берем. Дальше. Вот это вот. Смотрите, Густовская. Может, вам тележку дать? Да нет. А у нас есть что-то? Так, вот это, короче. Это другое. Это крестьянский ГОСТ. Вот тоже ГОСТ. Вот видите, ГОСТ. Из Горного 10-го. Это кто у нас? Саратовской области, да? У вас... Вот эти вот нарушения, которые связаны с индексацией даты изготовления, мы в вашей сети 20 раз уже об этом говорим. Сколько, скажите, сколько может храниться фасованный сыр? Ну, вообще-то, там, по-моему, одни сутки, мы каждый день. Да, да. А у вас написано 5 месяцев, вы вводите в заблуждение покупателей. Это же серьезное нарушение. Это надо перейти, чтобы они там компьютер... Это надо было 2 года тому назад. Вам в вашей сети делали письменное предупреждение от прокуратуры, от нас, от всех остальных. 2 года обманываете. Вы 2 года вы вводите в заблуждение покупателя. Ну, вот опять та же проблема. 5 месяцев. А мы уже смотрели, да. Ну, мы можем посмотреть, когда они получили. Дальше. У вас... Прилавки, в которых хранится мороженое, фасованное, охлажденка, фасовка, все в крови. Это что такое? Идемте, покажем. Ну, просто они каждый день у нас моются перед приходом. Где это нужно? Раз он кофе течет, там нужно каждые 15 минут. Это что? Ну, сейчас мы помоем, когда сейчас все уберем. А это? Респондент, пожалуйста. Сейчас. Снимите, пожалуйста. Вот, все. Так, вот эти вещи все снимайте. Андрей, я рыбу. Качество и март месяц 2019 года. А это то же самое. Здесь до июня, до 16.06. И то это очкарачиваю, то. Хотя как бы есть, но это, видимо, либо неправильное хранение, потому что такая рыба не должна быть. Ее здесь несколько раз ее просто размораживали. Хотя хоть и написано 12 месяцев, и что до 19-го. Но качество. То есть это неправильное уже хранение. Нет, посрок может быть хороший, то есть еще можно употреблять. Но качество у вас этого хранения риски. Вообще не годится. Но вы сами посмотрите, вы стали есть. Вот в принципе. Вот такую. Это говорит о том, что это не покрывается. Давайте ее сюда тоже. Это говорит о том, что просто неправильно хранится. Если это все просрочено, помимо всего прочего, то это просто-напросто. Вот. Смотрите. Вроде температурный режим здесь, все правильно. Это не в этом дело. Дело в том, что вам ее привезли, она оттаяла, а потом вы ее заморозили. И ну все. Кидайте сюда, мы ее спишем, не кладите сюда ее. Сюда тоже кидайте. Чтобы не было таких этих. Вот. Вот она все партия, наверное, как пришла, так она все. Ну что это? Кидайте сюда. Она уже просто-напросто ржавая.
Сейчас я там соберусь. Свежие куриные яйца. Бренд такой. А дата изготовления 6 июня. Декларацию молочного комбината молоко отборно пакетированное, где то есть они в заблуждение ввели, а этот им раз в месяц привозит это молоко без документов, без протокола. Вы понимаете, что? Может, да. Объемом 900 миллиграмм белое, ну да, совсем вообще не то. Без декларации, без... Я не вижу здесь ни контракта, сырой, без протоколов исследований. Вообще в соцучреждении не допускается поставка сырого молока. Неизвестно, но неизвестно, с какого хозяйства, здорово ли это хозяйство. Не знаю. Мы здесь не видим документов. Но это уже они должны получать пакетированное молоко, пастеризованное. Понимаете? То а то, что здесь частный поставщик, они имеют право получать от частного поставщика? Нет, я не вижу, где у них нет договора, у них нет накладной, у них нет декларации. А декларация совершенно другого учреждения. Декларация – это правильно, но оно не на сырое молоко. Ну, я же вот вам говорю, видите, а здесь… А вообще? Здесь вообще ингельское. А мы где мы находимся? Где находимся?